Слух, ты что, прикалываешься? Парни, ну мы говорили, футбол. Очень интересная игра в том плане, что в любую секунду мяч может перейти на сторону соперника и то же самое в другую сторону. И хороша та команда, где не боятся ошибаться. Мы еще говорили о том, что сила, да, сила, как говорится, главный источник вот этого посыла. А сбор, где немножко функции не дорабатывают, и может появиться такие чувства неуверенности. Все придет в норму. Ну и здесь должна ваша работа тоже быть в этом отношении. Нужно тоже двигаться вперед, не бояться творить, не бояться показывать свое мастерство, самоотдачу. И все это, как говорится, нарастает и приходит в норму. Это тоже нужно знать, тоже понимать, что такие состояния иной раз бывают. Но их надо преодолевать и все вместе. Мы опять же говорим, дружеским пришу. Это не доработал, другой вопрос, это другой спрос. А то, что пытался, не получилось на данном этапе, но хотел, но стремился. И все будет совсем по-другому. Это как бы один из посылов, который делает команду гораздо крепче, сильнее во всех аспектах. Вопросы? Вперед. Сильнее. Вот точим здесь, набиваем ногу. Мы еще паса нет, мы уже на середине стоим. Раз-два. Вот, хорошо, прием. В движении. Давай. Уже вечер. Да. Чуть-чуть, да. Динамику. А то касание. Незнание законов не освобождает от ответственности. В отборчик. Тоже перемещения резкие. Пошли сразу. И 3 секунды им даем. Отбор должен быть. Ребятки, побыстрее перемещение, квадратик, да, быстрее реакция. Темп. Быстрее, подсказываем. Перемещение. Мячи, пожалуйста. Быстрее организовываемся. И сразу. Шире. Макс, не надо к ним бежать. Вот ориентир, у тебя желтые фишки. Ну вон там, ты решаешь здесь задачу. Чуть передержал, получил. Это нормально в футболе. Ничего себе. Ты, вот твоя до серединки. И нет, я контролирую опорника. Ну вот моя зона ответственности. Это. А не кресты какие-то делаем. Вот решение у нас заранее. И пошли. Опорничка прибить. Да, Кара, хорошо. И вот, кидать, да, молодцы. Мой, быстрее надо реагировать. Играем, это тир. Зашел мяч. Ребятки, главное, цель, упражнение, где есть ворота, это забить гол. Поэтому и нацеленность на забитие гола. Через вратаря, Вань. Так, сразу под прессинг, а нам надо освободиться. Все, в оборону не разговариваем. Подсказываем. Смена. Прекрасно. В него, Гая, где ты? Ты бежишь отсюда, бросаешь, открываешь зону. Ты отдал и остался, а он что делать будет? Еще, давление, желтенькие, давление. Отбирать. Да, продолжай движение. Данил, ну оценивайте ситуацию. Да. Все, окей, доверять надо правой. Жестче, Милан, сильно. Да, Витя, жестче здесь уже на фланге. И в оборону. Отличное единоборство. Идешь, Федя, на давление, там игрок есть. Уходи. Серединка, да, вот и все.
Прекрасно, свел в серединку, отдал во фланг. Прекрасно. Мось, мось. Мось, мось. Открывание. Жестче, Витя, жестче ножку свой. Видно, да. Желтый еще пьет пенальти потом. А кто ведет? 8, нет? Открываемся, эй! И! Играть, играть! Неправильное решение! Ничего не было! А что было? Ты полез в кучу! Что было? Уходил здесь в один, под прострел пошел! Да! Да! Все верно! Пробей, Кара, пробей! Вот такая дыра! Это снова нужно обыгрывать двух, а когда уже удар готов. Хорош, Костя, хорошо. Антон, или через пас, а он на третьего. Молодцы. Все, пенальти? Не забиваете, встаете. Потянули, потянули, потянули. Пошли. Очень полезно, полезно. Все пошло сразу. Выходит. Молодцы. Thank you.